Всем привет! Вот решил сделать хапушки, ловушки на краба. Взял трос, получается какой этот нержавейка четверку, по метру нарезал его, взял коуши тоже с нержавейки, наконечники, конечно же, алюминиевый, других не нашел. И попробую вот с таких оконечников. Вот они. Это получается вроде как они медные, но обработаны чем-то, что ли. Вот такой пресс взял у пацанов на работе. Берем наконечник, одеваем. И так, секундное дело, поменяем. Берем пресс, одеваем наконечник и прессом его сдавливаем. Так, сдавили с одной стороны, два раза его повернем наполовину с другой стороны. Неудобно, конечно же, но принцип понятен. Так получилось он. Вот. Сюда будем веревку цеплять. И на другую сторону также. Так, придерживаем все это. Ну, вот получилось с двух концов как петля. И другой еще взял вариант, как в магазинах смотрел, это через коуш. Берем наконечник, продеваем его, получилась петелька, вставляем коуш. Сейчас нужно вот это вот все затянуть. Это, конечно, немного усилий нужно приложить. Ну, сейчас попробуем. Сейчас для этого нужен упор, чтобы упереть, получается, вот, чтобы затянуть его. И силой его затягиваем. Чтоб получилась вот такая петля. Сейчас я еще подтяну ее и покажу. Вот коуши затянули. И также его под прессом сейчас. Поменяли насадку, под прессом сдавили. Вот так получилась такая петля. Никуда она не денется, ничего вот не болтается здесь. И эту сторону также с этой стороны. Тросик там конец внутри раздавливается, расплющивается и все. Вот так, ну, подтянули. Вот. На одну ловушку нужно два таких тросика. Ну вот вырисовываются. Вот так вот обжато все. Так крестом мы их положим. Зафиксируем тут немножко, чтобы они ровненько лежали. Типа вот такой скобочки, куда будем за наживку цеплять. А здесь зальем свинцом пятак. Ну это будет дальше. Сейчас пока подготовимся, потом будем заливать. Ну вот, продолжаем мы делать ловушечки, хапушечки на краба. Вот, взял вот эти два тросика, которые мы проволочкой их закрепил, чтобы было ровненько они стояли, потому что тросик гнется полукругом. Вот. Взял кусочек трубы, пропилил. Здесь получается чуть длиннее, здесь чуть короче, потому что, ну, чтобы поставить на нее. И в банку свинца ложу по 205-210 грамм где-то. И получается хапушка где-то 305-310 грамм. Вот более-менее выставил я. Ну вот фольгой заделал, получается, дырочки, чтобы не вытекал свинец. И сейчас продолжим. Ну вот так вот. получается. Залил я. Сейчас чуть-чуть остынет. Что-то не фокусируется. Ну вот такое чудо получилось. Вот, вот она, кусок свинца. Не дали, но он, все нормально, она тут, я думаю, будет все держаться. Что залито все со всех сторон. Вот, петельку сделал, наживку вешать. Ну вот такие вот получились 7 штук хапужек. Сейчас еще сетку натянуть, и все готово к рыбалке. Ну вот, разложил я этот тросик, отрезал кусок сетки, ну, метровый получается. Вот, сейчас привязал к одному концу, и сейчас вот растяну вот так вот по ней и покажу, что дальше будет. Ну вот так вот получается. Вот. Прошил, здесь привязал сеточку, продел через этот, через веревочку. Ну вот такой квадратик получается. Сейчас вот петельки привяжем. Вот такая вот получается штучка. Поднимаем, краб должен быть внутри. Опускаем, оно, тросики ее расправляют. Вот так вот в лунку ее опускаем под лед. Раз, она и разложилась. Ну вот получается вот такая вот ловушечка. Вот сюда вот я поплавочек небольшой вот, маленький, чтобы он веревочку вот так он натяжечки держал, чтобы она не болталась. Ну вот рыбина. Все готово. Завтра поедем пробовать.